Сегодня глава республики Михаил Игнатьев провел очередное заседание Совета по стратегическому развитию проектной деятельности. Согласно новым указам президента России Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития страны до 2024 года определены 12 приоритетных направлений. Объем финансирования мероприятий по стране за 6 лет составит 9 триллионов рублей. В 2019 году софинансирование из республиканского бюджета региональных проектов, направленных на реализацию национальных и федеральных программ, которые входят в состав национальных, составит более 7 миллиардов рублей. Новый указ открывает для жителей республики массу возможностей. Главное – эффективно их использовать, отметили участники заседания. Все те мероприятия, все те направления, которые обозначены, прежде всего, в этих стратегических документах, в этих национальных целях, они должны быть выполнены, уважаемые коллеги. Для этого есть рабочие органы, сейчас тоже обсуждаем. Для этого должны быть созданы соответствующие рабочие органы, которые конкретно будут заниматься обеспечительскими функциями на уровне администрации районов и городов, отраслевых министров. Сегодня члены заседания утвердили состав проектных комитетов, а также одобрили перечень из 49 региональных проектов. Работа проектного офиса ведется по таким направлениям, как демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, производительность труда и поддержка занятости, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт. Утвердить паспорта региональных проектов планируют уже до конца года.